Всем привет, Монах Синема. Погодка сегодня такая, ну, не очень хорошая. Такой снег идет, мокрый, вот, сыро, в общем. Я нашел одну заброшку, она, походу, правда, охраняется. Вот нашел тут лаз. Сейчас мы попробуем в нее проникнуть. Ну, а что из этого получится, судите сами. Итак, погнали. Сейчас мы в это здание попадем. Посмотрим сначала, что там. А потом пойдем туда. Это, походу, был козырек. Просто он рухнул. Это казармы. А может быть, учебный корпус. Тут полочки какие-то. Ну, блин, точно. Это уже Медведев тут был. Ага. Западный военный округ. Ну-ка. Я фонарь специально не беру, чтобы случайно вещевые мешки, головные уборы, противогазы, куртки зимние. Так вот, фонарик я специально не включаю, чтобы нас не спалили светом. Обломки двух компьютеров. Ага. Закрыто. И что-то где-то вечно хлопает. Теперь аккуратно выходим. И попробуем пройти вот туда. Вот здесь что-то под землей было. Завалилось.
Вот там какие-то ворота. Еще какое-то здание, не знаю. Сюда заходим. Ну это то же самое, что и в том корпусе мы были. Единственное только, что мы можем здесь. Команды, подаваемые дневально. Понятно. Это что такое? Не знаю. А может это роты были? Да. Вольно. Точно. Это, скорее всего, наверное, казармы были. Это что такое? Ничего себе, какая штука. Это, короче, с улицы. Через стекло. Контакты приходили. Вот это, блин, дают. Вот это я вообще первый раз вижу. Оттас полный. Запасный выход. Давай посмотрим лучших спортсменов. Один на стене остался висеть. Лазарев Александр Юрьевич. Ага. А тут кто? Обалдеть можно. И вот тут еще где-то валялся кто-то. Ой. Щербаков Илья Владимирович. Первый разряд по шахматам. Вот. Вот это очень опасный человек. Что, ребята, с вами теперь? Никто даже не знает, да? О, еще одного нашел. А это у нас блин, даже прочитать не могу. Раскидала жизнь вас. Может, увидят себя на канале, что-нибудь какую-нибудь информацию кинут.
Вот я всегда хожу, допустим, да, и интересуюсь, что было там с этими людьми, как они сейчас там поживают. Вот. И никто не узнает, как себя чувствует монах, допустим. Вот, вот такой вот этот был. Такая вот крыша была вот там, а она упала. Это мы сейчас по центральной аллее, что ли, получается, идем. Нет, точно такие же. Все вообще напрочь развалилось. А вот это, скорее всего, плац для развода был. Они здесь строились, скорее всего. Сейчас мы заглянем в это здание, посмотрим, что там да как. Люстры поваленные, сапоги. Бушлат валяется. Не, меня сейчас начнут опять упрекать, что я не знаю, как это называется. Да, я не знаю, как это называется по-научному. Но я знаю, что это солдат носили. В зимнее время. Воин, гордись службой в Западном военном округе. Ага. А вот здесь, наверное... Ну да, солдаты сидели и пропускали всех туда-сюда. Ну, ничего не осталось. Ну и выход на улицу. Заваленный. Понятно. Что ни хрена не понятно. Здесь, наверное, досмотр проводили. Не знаю, что здесь проводили. Тоже не в курсе. Хозяйственный инвентарь, сапоги, еще что-то. Вот это я не знаю, что это такое. Сейчас мы выясним, что это такое. О, это жгуталин, прям вообще запечатанный. Точно? Обалдеть можно. Во какая штука. И эта штука нужна вот для этого. Фу, как пахнет. Какой-то блатной ботинок. Сейчас мы свет опять включим. Посмотрим, что у нас вот здесь вот. Картошки. И все, больше здесь нет ничего. Вот там какая-то документация висит. Что-то. Паспорт, хранилище. Туда-сюда. Ну и на этом все. Предлагаю вот туда пройти. Территория просто пипец огромная. О, разметка тут есть. Эта половина дома рухнула. И вот здесь вот какая-то беседка была. Может, просто заборчик в один ряд был сделан. А может быть, стрельбище было. Тир. Точно, это был тир. А тут вот они тренировались, разбирали, собирали стволы. Ну да. О, медицинский пункт. Все разбито. Документация. Что у нас тут по документации? Распорядок дня. Динамика заболевания.
А какой год-то хоть? Года не видно. Зато вот номер части есть. 33-18-9. 33-18-9. О. О, здесь замок был. Ой, лекарствами здесь пахнет сильно. Ну, вот здесь, по-моему, хранились медикаменты. Судя по всему. Боюсь туда дальше наступать, потому что пол продавлен. Боюсь улететь. Ну, дверь такая обита железом. Специально, чтобы было тяжело ее ковырнуть. Ну тут, наверное, палаты были. О, здесь что-то. Умывальник. А. Кладовая. Ёк-макарёк. Тут же было нарисовано. Что это такое? Аптека. Это была аптека. Сильный дождь пошел. Походу сейчас буду камеру выключать. Блин, по всей части, короче, сделаны бордюрчики. И вот я не знаю, куда мы сейчас идем. Но это, скорее всего, столовая. Сейчас глянем. Не знаю, сможем мы сюда зайти или нет. Но вот так вот заглянем. Что-то хранилось здесь. Кладовка, что ли, какая. Разносная книга, реестр. Разносная книга. Это что разносит-то? Ничего там не написано. А вот это вот для хлеба штука. А, может, пекарня здесь была своя. Ну, это точно печка была. Разобрали ее просто. И тут, походу, печь была. Тут вот тоже, вот, ну, походу, какое-то здание было. Тоже, короче, рухнуло. И уже от него непонятно. Там понятно, что техника стояла. И мы еще дойдем. Хотя, в принципе, что туда идти? Ну, видно, что катались машины. Не так часто, но катались. Что вот здесь такое было, тоже непонятно. Угу. О, ничего себе. Ванна для мытья посуды. Это столовая была. Значит, сюда грязная посуда попадала. Здесь нет таблички. И там даже нет табличек. Вот и все. Это столовая. Здесь вывески нету. Здесь двери нету. И, может быть, здесь офицерская была, а там уже была еще какая-нибудь. Солдат там ели. А вот в том здании, кажется, кто-то живет. Потому что окна все целые. И внизу все закрыто. Ну, сейчас попробуем обойти вокруг. О, какая труба стояла. Ну, точно, значит, там хавчик делали. Здесь вот от Кунга будка осталась. Самой машины-то нету. Хотя вот стекла, ну, которые должны были вырезаться, вставляться там в автобус или еще куда-то. Два сиденья от чего-то. Колеса автомобильные. Не, вот видно, что кто-то ходил недавно. Там же трава замятая. Вот в том здании, видите, за углом. Вот скорее всего, что там кто-то живет. А как туда попасть? Я не знаю.
О, видите? Я бы не рискнул туда ходить. Ну, сейчас попробуем вот поэтому пройти до туда и там выпрыгнуть. Там было место, где можно было перелезть. О, вода слита. Поворотничек. То ли отзяла, то ли от газона. Технический уголок. Перечень горючих смазочных материалов. Вот у них тут КРАС, КАМАЗ, Урал, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ был. Вода слита, кстати, везде тут валяется. Патрубки. О, газ, видимо, пустой. Я вот больше всего, когда хожу по таким заведениям, боюсь ногу проколоть, как в тот раз, когда на колхозную автобазу пошли, я там ногу захреначил. О, блин, здесь сколько барахла. Пробки всякие. Курск военная. Вон ящик военный. Стекла. Площадка стоянки забракованной техники. Ремрота. От кого вот эти половинчатые стекла, даже не знаю. Да, много тут барахла. Технический уголок. Пожарный расчет. На 14.10.9. В 9-м году. Жопа всему настала. Рядовой Баженов. Рядовой Вахрушин. Вахрушев. Рядовой Косторный. Осягин. Лейтенант. Что это такое? Никто не знает. Да. Вот сюда загоняли технику. О, даже номера были. Урал. 3425 ГМ. Урал. 375. 4730 НВ. Ничего себе. Короче, у каждой машины. Блин, еще. И номера. Ну, стояночное место было. Однако. Определение, распределение и передача техники. Ёк-макарёк. Только нет техники. Все продали. О, здесь КАМАЗ стоял. Там тоже КАМАЗ. 43-114. О, ничего себе, а там Калинов мост есть. Чтобы можно было наверх заехать. Однако, вот тут даже тент еще от какой-то машины валяется. Кусок. Тут вот кто-то бухал или выпивал. Так аккуратненько стоят 4 стаканчика. Да, перегородку кто-то мутил. Антифриз, яд. Огнетушители валяются. Борта или сиденья. Это сиденья, по-моему. В машине-то стояли, чтобы солдат перевозить. Какие-то военные ящики. О, блин, сколько телефонов. Трубок просто нету. Раскидано. Да. Зеркала вот там вот тоже нарезаны. Стоят никому не нужные. О. Это от УАЗика, по-моему. Это спидометр. Да. Какая-то мебельная фурнитура.
Тут тоже вон, огнетушители валяются, фара от чего-то. Судя по всему, советская что-то. Пятерка, семерка. Ну да. ЗИЛ-130. ГАЗ-3308. Ну, а вот тут уже непонятно, что было. Это что-то выше, та ниже. Зачем так сделано было? Непонятно. Уже, по-моему, сейчас таких сигарет не выпускают. Я-то 3 месяца назад бросил курить. И теперь не знаю, что вообще продается. О, тут яма была. Тут была яма. А там еще что-то было. Может, какой моторный. Ну, маленькие машинки какие-то делались. Сейчас посмотрим. Блин, а там еще второй этаж есть. И куда этот второй этаж вел, даже не знаю. Класс огневой подготовки, класс инженерной подготовки. Колесо от Жигулей. Участок покрасочных работ. Ага. А тут у нас что? А тут у нас всякие сальники, переключатели. Вот так вот. Электролит. Кислота. Ух. Сильно. Там наверху. Даже звук оттуда идет. Ну как туда залезть? Не знаю. О, это от аккумулятора, кстати, нижняя часть. И это еще одна, и вон еще одна. А, аккумуляторная была. Все теперь ясно. Здесь собирали и разбирали аккумуляторы. А вон чья-то печка была. Раньше печки так делали. Да. Сильно. А вот как туда попасть? Я не знаю. Не, ну можно было, конечно, заморочиться. Только нахрена это надо? Таблица начисления баллов для военнослужащих мужчин при выполнении упражнений. Бег 1 километр. Вот там возле. Тележка стоит, что-то еще. Не, я туда точно не пойду. Это проблема. Так, выключаем.